Спасатели предупреждают, на водоемах начал появляться первый лед. Он кажется надежным, но пока не может выдержать вес даже ребенка, тем более взрослого человека. Запомните сами и предупредите детей, что проверять молодой лед на прочность очень опасно. Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на водоемы. Не выходите на лед, особенно в темное время суток и при плохой видимости. Помните, что тонкий лед ломается без предупреждающего потрескивания.